have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в Тунике. Я вот сейчас пока стоял, немножечко тупил. Это же, наверное, у нас, скорее всего, будет лифт. И сейчас он не работает. Ну, мне просто кажется, раз он здесь находится возле костра, извините, я буду это по привычке называть кострами, раз он находится здесь, то, возможно... Это у нас будет очередной шорткат. Опять же, посмотрим, как оно пойдет. А вон туда, наверх, как я попадаю? Это я в прошлый раз спустился вниз, прорубил себе дорогу, да? Вот. Тут наверху вроде как ничего нету. Кроме... потенциальных трупов. Оп! Перекат. Ай! Не, они умудряются меня бить. Но это потому, что я уже... Блин, там какой-то прям маг, не маг, смотрите. Они прям сверху стоят. Ладно. Туда сходили, сюда сходили. Сейчас я тогда отдохну. Пойдем. Я не знаю, стоит ли нам по шорткату возвращаться. Я бы пошел именно по тому пути, который мы себе сделали. Потому что там, возможно, будут какие-то развилки, которых я сразу не заметил. Предлагаю сразу сейчас туда. Я не знаю, куда нам идти между сериями. Я никуда не ходил, ничего не смотрел. Тут у нас... О! Я не думал, что меня рывок... Нет, да? Ох, блин, надо привыкать к тому. У меча... трехударная комбо. Так. Это. Надо вспоминать, как вообще это все делается. Потратил бутылочку вообще ни за что. Сюда мы вроде как ходили, да? Да, здесь был... Погодите, а других проходов тайных... Я понял, что они делают. Они делают так. Они делают, типа, тайный проход. Вот ты молодец, ты нашел. И ты такой успокаиваешься. Ой, я нашел тайный проход. Они такие... А вот здесь есть еще один тайный проход. Но мы тебе это не скажем. Ты уже нашел один, хватит с тебя. Так. А. Вот. Мне кажется, с вот этими ребятами я не общался. Ай. У меня вылезла ачивка. Это использует стамину. Не знаю, наверное... Давайте еще одну бутылочку жахну. Какое странное место. То есть, выглядит как монумент разломанный или еще что-то. Но они здесь стояли, просто наблюдали за ним. Туда мне, наверное, не хватает какого-то скилла пройти. Паучки заново появятся или нет? Я вон вижу их лапки. Офигеть! Как больно-то. Они меня, кстати, тут сейчас и убьют, да? Да. С паучками драться... Ох. Я пойду заберу свои шмотки оттуда. Сейчас, секунду. Может, я тогда не хочу к паукам? Ну, то есть, они один раз служили как фактор засады такой, ну, грубо говоря. Я на них испробовал уже... Ай, ай. Ой, они их убили. Да, я могу. А вон туда вниз как мне попасть? Видите, они сидят, ждут, пока я не нацелюсь, или пока... Вон того паучка видно, который возле сундука. Не-не-не-не-не. Нет, ребят, нет. Блин. Офигеть, оно меня убьет, нет? Может, надо было прыгать все это время?
все это время. Я не знаю, как туда, кстати, попасть. Обидно, что я выкинул еще одну бутылку. Я мог этого не делать, это было абсолютно зря. Надо теперь понять, куда мне дальше идти. Это же меня просто выводит обратно на шорткат. Так я понимаю. Отсутствие карты, да, оно сказывается. Потому что... Мне, наверное, знаете, я буду срезать кусты, чтобы понимать, где я был, где я не был. Просто если срезаны кусты, значит, я тут был. Тут-то мне, в принципе, дальше некуда. Тогда подождите. Очень странный момент. Оказывается, я могу залезть вот сюда вот на стеночку. И вот видите, вроде как я могу сюда спрыгнуть, но здесь нету... Но я никак не могу дропнуться. Мне бы пойти сюда, там дальше, видите, дорожка идет. И я уверен, что она куда-то приведет. Но дропнуться я туда никак не могу вниз. В принципе, здесь падений не предусмотрено. Не знаю, пойдем дальше искать. Ладно, я нашел кое-что. Мы сейчас находимся с вами за боссом. Видимо, это какой-то... Ну, тут был первый босс. Видимо, какое-то логичное продолжение, когда заходишь сюда, берешь вторую баночку. Я вообще думал, что тут просто лестница поломанная. Оно тут хитро так сделано. Проходишь вот сюда, и тут можно пройти. Ладно, это дорога вперед. Что-то нашли. Посмотрим, куда нас это приведет. Просто я понимаю логику Dark Souls, что типа нет прыжков. Окей, куда ты можешь дойти пешком, это то место, куда ты можешь попасть. Но то, что ты не можешь упасть никуда, это иногда немножечко, ну, в такой вводит заблуждение. Я понимаю, что, наверное, это защита от дураков некоторая. Но вон там вот я, например, мог спокойно дропнуться вниз, и ничего бы со мной не сталось. Я бы остался жив. Погодите. Ну, бочки не взрываются, и на том спасибо. Надо было попробовать, уничтожаются ли бочки перекатом. Ну, вы знаете. Так, погодите, тут пол какой-то красивый такой, плиточка. И вообще, мы, по-моему, поднялись в самую-самую первую локацию. Может ли такое быть? Ух ты, восточная колокольня. Ударить, позвонить. Динг. Ачивочка вылезла. Джойстик сейчас выпрыгнет у меня из руки. А это то самое место, про которое я вам говорил, что, скорее всего, это шорткат. Это так и оказалось. А что-то еще будет происходить, или... Супер. Мы с вами, получается, сейчас возле поломанной лестницы, да? Но штука не останавливается. То есть, может, ее еще раз ударить? Залезть я могу, что тоже, кстати, хорошо успокаивает. Ладно, мы поняли. Значит, нам сказали, что нужно два колокола, по-моему, да? Или это я в ачивках читал? В общем, я полез в ачивки, и фишка в этой игре в том, что у нее чудовищно огромное количество секретных ачивок. То ли 26, то ли 28. Да, вот у нас костер внизу. Угу. И сломанная лестница. Мы сейчас оказались на этом же месте. Супер. Значит, мы можем вернуться обратно и пройти еще в очень многие места. Я как раз ломал голову, как бы нам вернуться. Вот нам... Оказывается, сюда и нужно было. Это, в общем-то, было логично, я не знаю. Я полез там что-то исследовать. Думал, что та локация внизу с пауками, она следующая. Но она, как видим, не следующая, потому что там нужен другой скилл, чтобы пройти дальше. Здрасте. Сундук. Как просто незамысловато. То есть я его даже не проверял. Здрасте. А сюда ж... ну вы чё? Ну это же явно дверь. Ладно, поехали обратно.
Причем, видите, иногда есть переходы с загрузками, а иногда есть просто длинные такие переходы. Черт, знаки тоже рубятся. А, этим самым я сейчас себе... А, блин, наезд нельзя немножко сделать? Этим самым я сейчас себе могу открыть кучу шорткатов. Тем, что... Ребят, не про вас. Серьезно, не с этим оружием, не про вас. Эти еще могут мне что-то сделать, потому что они довольно резкие. Ай, и они еще стреляют. Я, кстати, сейчас, зайдя на эту локацию, вообще забил на перекат. Наверное, зря. Так, вон рычаг вижу, пойду его сейчас дерну. Но сначала... Апч. Окей. Это у нас верхний мир. Как позвонить в западный колокол, темная гробница. Блин, а мне нужно было всего лишь карту чекнуть, да? А где я сейчас нахожусь? Старый дом. Это управление. То есть, грубо говоря, мы сейчас только что карту получили? А, вон, я вижу, где я. Я вижу, где я. Угу. Интересно, эта штука интерактивная. О! К восточному лесу, это я уже понял. Я из него как раз только что вышел. Вон сломанный мост рядом со мной, справа от меня. Это, видите, к какому-то ивенту. Ну, не знаю, там череп нарисован. Я сейчас сверху открою какую-то штуку. Можно будет по всем старым вот этим... Начинали-то мы вот здесь, да? Да. Вот сюда вышли. По старым локациям можно будет пробежаться. Погодите, а как... Нет. Ты что ты делаешь? Это вот это, а это вот это будет. Он, кстати, этот череп, да? Я забыл. Так, этим ничего не контролируется. А, вот эта кнопка. Карта интерактивная, между прочим. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Потому что, смотрите, видите, я немножко отошел. А она без зума потом. Но все равно, очень круто. Есть, наконец-то. Значит, мы получили карту мира. Что уже будет являться огромной помощью. Этому шорткатец себе только что срезали. Что тоже офигезненько. Костерчик, костерчик, костерчик. Да, давайте. Наконец-то обновим костер, потому что у нас там просто уже 36 серий прошло с того костра. Мне даже не страшно, что вы меня видите. Так, смотрите, там есть телескоп. Я, если что, не обижайтесь на меня за то, что я так отвратительно обращаюсь. И в смысле... Да? Что я так отвратительно обращаюсь с деревьями, но я же говорил, что я буду так делать для того, чтобы видеть, где я уже был. Вот это я неплохо так под водопадом прошел. Тут вообще другая локация. Хотя я такой говорю, я сейчас схожу назад. Ага, блин, сходил назад. Ну, для полного шоколада нужно, чтобы я мог еще и... О! Вон тот рычаг. То есть мне нужно будет зайти с другой стороны, получается. Это где я? Под... А, меня тут не показывают. Прикольно. Я думаю, что это где-то вот тут. Я сейчас внизу, да? Запечатанный храм под запечатанным храмом. Потому что я там под водопадом прошел. Да, да, я думаю, что я где-то там внутри. Щит, это хорошо, конечно. А мне нужно будет что-то, что откроет эти двери. Ну, как вы видите, сюда идет тайный проход.
Я не знаю, что не так с этим колокольчиком, или наоборот, что так. Красный сундук, он что, проклят? Ну, давайте рискнем. Какой-то зуб. Черепа. Ах ты ж! Фига себе. То есть черепа это подстава. И тут под водопадом можно пошариться, и там. А тут еще и проход. О, здравствуйте. Так, я, наверное, вот так. Потому что я не знаю, что на меня может выпрыгнуть. Окей. А что окей? Тут что-то есть. Да? Окей. Ну, сюда явно нужно что-то принести. Понял. Это у нас проход под водопадом. Вот здесь, между темной гробницей. А, вон я уже ко второму колоколу подхожу. Серьезно? Случайно пошел поисследовать. Случайно пошел поисследовать. Блин, смотрите, а это второй. Мне кажется, их нужно будет ударить в определенной последовательности. Ну вот, видите, теперь пары этих ребят, в принципе, острый чили. Без понятия, что это все делает. Надо будет пробовать, тестить. Опасно. Спасибо. Так, туда что? Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится. Тут сундучок. Если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Какой-то цветок нашел. Тут какой-то крючок. То есть отсюда можно будет дорогу куда-то? Там вон еще один железный, два железных колокола. С этим нужно будет разбираться, что с ними делать, не знаю. У нас типа крутой перец. Они меня еще и мечами блокируют. О, там маг. Пуф. А-а-а, ко второму не так просто и пробраться, я тебя понял. Смотрите, что-то находится там. Туда я достать сейчас не могу, но, видимо, смогу как-нибудь. Потом! Больно. Нет, она меня убьет. Мне теперь сюда возвращаться придется. Я не хотел сюда возвращаться. Я подумал, что это оставлено потом. Погодите, как я туда вообще прошел? Так, тут у нас какие-то огромные золотые врата, в принципе. Не, я пойду, я свои монетки не хочу оставлять. Я схожу туда. Просто... Там тоже шорткат, погодите. А, нет, я как-то через низ шел, потому что вот тут вырублен. А, стойте. Отстанет мне. Я теперь вот это могу забрать. Да, отстань. Не та кнопка. Вторая скорлупа. Чувак, не до тебя сейчас. Так, колодец, который... А? Тут ключ нужен. Тут нужно дать по морде. Блин, оно не одно.
Нормально. Раскидали. Я сейчас вообще не туда иду. Я сейчас вообще не туда иду. Подождите, подождите. Это у нас... щит-перекат. Момент безопасности. А щит мне дадут? Нет? Блин, оно вроде как на лифте находится. Так, этих мы всех раскидали. Нет, чувак, ты промазал. Там какое-то красное что-то. Блин, туда что-то идет, сюда что-то идет. Где я вообще нахожусь? Нет, ну я далеко. О, чувак мне помог, спасибо. Сейчас все закончится тем, что я найду другой костер. Погодите, это ступеньки? Это ступеньки. Я случайно... Здрасте. Какая-то золотая монета. Зачем я сюда полез? Зачем, блин, я сюда полез? Зачем? Фух. Меня, кстати, приблизили здесь. А-а-а! Прикиньте, так, погоди. Это загадка. Ничего не... Паттерн не меняется никак. То есть нужно... определенным образом ударить по колокольчикам, а подсказка у нас находится... Ну, то есть должно что-то быть, что-то, что наводит на логику. Давайте на колонны посмотрим. Колонн 4. Этих тоже 4. Не, колонна вот 5. Сундук, монетка. Кстати, а что за монетка? Какая-то монетка. Ну, я так предполагаю, что это переносные души, да? Загадка, хорошо. Вернемся, подумаем. Где она находится? Она находится... Вот мы где? Под старым домом. Ну, относительно. Там, кстати, этот вход указан. О! Там чувак внизу ключ охраняет. Кстати, знаете, в чем прикол? Выносливость не расходуется при... Блин, а если он меня убьет? Ну, просто у меня те души пропадут. Я бы пошел, забрал бы сначала. Что? Это, кстати, очень прикольный шорткатец. Теперь я валю обратно. Но потому что мне нужно как-то найти проход, который... так. А, вон он там. Вот. Все, я нашел его. Мне бы просто старые души подобрать. Тут-то я зачистил. Сейчас я вот здесь тоже смогу аккуратненько зачистить. У меня банок не осталось. Это печально. Но... там вроде как не особо много врагов, если я правильно помню. Только вот эти двое живут. Хорошо, это есть. А это случайно не шорткатец тоже? Да, это то место, где пулемет раскладывается, смотрите. Так вот. Битва не занимает ловкость. Ну, не ловкости, а выносливости.
Ау! Чувак мне прям врезал. Они тоже блокируются. Ну, сами блокируют. Эй, пс, парень. Не-не-не, я с тобой там драться не буду, там турель. Я нажал, ну вы чё, ну я же нажал. Ладно, подождите минуту. Открыли. Да. Сожрал вторую банку, просто чтобы живым остаться. Так, а ты кто? Ты у нас кто? Окей. Атака, защита, очки здоровья, зелья. 100-120. Черт, это все нужно будет исследовать, да? Так, зубы 1, 100, 2, 150, 2, 3, 200. Погодите, а это разве защита, очки... Ну, ОЗ, это очки здоровья, так я понимаю, да? Это у нас известные рецепты. Фрукты, ключи, палка, меч, щит, бомба. Бомба и бомба. Есть такая, есть такая. Приманка, копилка. Золотая монета. Волшебное зелье. Точка контроля. Хорошо. Слюрмяк. Автопушка. Блин, автопушка. Что-то защищает. Но что? Обойти ее по кругу или использую щит? Ха, был бы у меня щит. Спасибо. А, погодите. Может, я тогда сюда рано пришел? Давайте тогда... Сейчас, куда это... Куда этот шорткат будет? Прям к костру, прям ко мне домой. Отлично. О. Я понял. Можно тогда, раз уж мне не придется со всеми ними бороться, я могу перезарядиться. И так, у нас есть пару вариантов, куда можно пойти. Мы там открыли лестницу в подземелье, мы тут открыли, там у мага можно забрать ключ, и мы даже знаем, куда его применить. Но я предполагаю, что, возможно, в каких-то ранних локах, куда я должен был вернуться, я мог упустить проход к щиту, который с другой стороны. Предлагаю, давайте тогда на этом сейчас закончим, продолжим в следующей серии. Пойдем еще порыскаем, поищем. Пока что, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.